Теряет мяч хозяева. Кадис в центре поля. И теряет уже мяч Фернандес. Лукас Бойе. Это не Лукас Бойе, это Перес. Вот Бойе. Ставит он спину, обыгрывает своим партнером. Лукас Перес вновь в Бойе будет бить. Штангу попадает аргентинец. Надо выносить мяч Кадису как можно скорее. Но играет через пас. Вот. Пара нападающих и удар. Бойе в ближний угол ворот. Футболист, который в свое время выступал в РПЛ, а здесь у нас пенальти. На точку показывают Алехандро Муньес Руис. Вот этот эпизод. И это Виктор Чуст. Положил он свои руки на спину. Фидель Капитан Эльчи против первого номера Кадиса Жеремия Соледезмы. Удар Фиделя и 1-0. Эльчи выходит вперед на 13-й минуте встречи. Ледезма вновь далеко вперед, но здесь тяжеловато против Рокко и Гонсалеса. И первый дальний удар Кадиса, добивание. Еще одно пенальти, что ли? Да! Алехандро Муньес Руис сегодня очень и тащит этот удар от Гарбадия. Падение есть, но фола нет. Иса. Совсем один Лосано, но передача отвратительная. Но все-таки нашел позицию для удара. Гондурасец и попал в перекладину. Прямиком в перекладину ворот Эдгара Бодии. Уже на бровке готов выйти на поле. А здесь будет ли гол или нет? Забивает у нас Моренте. 2-0. Первым касанием мяч принял, вторым. Вот Ледезма ушел, а третьим до мяча дотянуться. И здесь гол все-таки забивает у нас Кадис. Фернандес делает счет 2-1. Отличный гол. В дальний угол ворот. Уходит от Варазата Араяна, тащит мяч 10-й номер. Нагоняет его армянин. Под удар. Гол будет. Забивает все-таки. 3-1. Эльче. Это Хаса. И запели болельщики Эльче. Довольны. Они, потому что Эльче одерживает победу в 16-м туре испанской Ла Лиги. 3-1. Итоговый счет.